Лето – это не только время для отдыха и оздоровления школьников, но и для занятия общественно полезным трудом. Самая большая в Славянском районе 12-я школа большое внимание уделяет трудовому воспитанию. Мы побывали в этом учреждении образования, чтобы рассказать о ремонтной бригаде школьников. Летняя занятость – это как организация досуга, так и развитие трудовых навыков. И в 12-й школе это прекрасно понимают. Ремонтная бригада – хорошее подспорье для образовательного учреждения, чтобы в каникулы содержать его в порядке. Старшеклассники помогают своей школе стать более красивой и ухоженной. Занимаются поливом, территория очень большая у школы, много различных декоративных насаждений. Ребята следят за тем, чтобы эти растения не засохли. Вот. Каждый день у нас определенная группа ребят, которые занимаются только поливом. Они уже знают, как это правильно делать. В начале практики они прошли инструктажи по всем видам работ. Девочки занимаются уборкой территории школы. Во время летних каникул у школьников находится время для активного отдыха и увлекательной работы. Ребята довольны, что они трудоустроены и заработают за свой труд деньги, которые смогут потратить на собственные нужды, что им особенно приятно. Мне очень приятно сделать что-то вот такое важное для школы. Это мой первый трудовой опыт, но тем не менее здесь очень интересно работать. И тем более я с друзьями здесь, поэтому не скучно, весело. Трудовая четверть проходит в окружении школьных товарищей, с которыми можно пообщаться. Они же при необходимости подставят свое плечо, помогут в работе. В первую очередь я помогаю своей школе, и я очень горд за это, то, что я правда могу сделать что-то хорошее для своей школы. И, конечно же, это весело, это приятно все время находиться в кругу близких друзей, которые тоже готовы что-то сделать для своей школы. Мы каждый день убираемся. Наш труд помогает нашей школе и делать нас дружнее. Работа в бригаде помогает использовать летний период учащихся для укрепления здоровья, развития физических сил, обогащения знаниями и новыми впечатлениями. Во время работы ребята приобретают навыки и привычку к труду. И когда они, окончив школу, выйдут во взрослую жизнь, это им пригодится. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».